тару, насыпаем грунт при помощи вот этой воронки, вот этой, ну, как бы стаканчик сквозной, глубиной примерно сантиметров 7. На дно лунки насыпаем песочка, ставим черенок пяточкой на песок. Этот метод мне подсказали не так давно, видео я смотрел. У меня уже больше недели две, наверное, черенки таким образом посажены. Ну и отлично чувствует себя. Проливаем водичкой. Последующие поливы будем производить вниз через поддон. И сейчас, перед тем как поставить его на окно, я сделаю, изготовлю вот такой парничок. Он защищает от засушливой батареи. И вот саженец, видите, в нем прекрасно себя чувствует.